Всем привет! Итак, у нас сегодня на распаковке очередная посылка, которая шла к нам 33 дня. Трек номер отслеживался. Стоимость товара $2.49. Продавец указал $2. Это у нас стекло для Xiaomi Redmi 3. Давайте посмотрим. Продавец, конечно, как я считаю, рискует, посылая вот так вот. Это, насколько я понимаю, стекло. Оно ведь хрупкое. На этот пакет могли наступить раз 100 на почте Китая. И раз 100 на почте Украины. Так, вот, продавец уложил вот такие два. Но я уже вижу, что есть лопнутые. Вот смотрите. Видно, да? Ну, посмотрим, что сейчас будет стеклом. Давайте. Откроем. Ну, как всегда, внутри салфетки. Вот. Внутри есть инструкция. Ну и само стекло. Ну, сейчас посмотрим, выжило ли оно. Стекло. Ребята, целое. Коробка повреждена, а стекло целое. Давайте я приложу к аппарату. Ну, ложится нормально. Зазорчики минимальные. Ну, вот так вот. Так, ну что, ребята. То есть, товар можно рекомендовать. Ссылочка будет под видео. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Всем удачи. Пока.